for the undisputed UFC Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, a big martial artist holding a professional record, 18 wins, 5 losses, 2 draws. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 125 pounds, fighting out of Tijuana, Mexico, presenting the number one ranked flyweight contender in the world, the challenger, Brandon, the assassin, baby, Moreno. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 20 wins, 1 loss, 1 draw. He stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 125 pounds, fighting out of Suarez Para, Brazil, presenting the reigning, defending, undisputed UFC flyweight champion of the world, Davison Deuce de Geha Figueiredo! Bring it in, General, bring it in. Bring it in. All right, General, I've been over the rules already. Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. Touch gloves now if you want. At the sound of the bell, come on out. Handle your business. Let's go. Второй по значимости бой вечера. Co-main event. Титульный поединок и титульный реванш. Снова эти двое. Они подрались в прошлый раз с трехнедельным перерывом перед предыдущим поединком. Теперь у них было время на подготовку, на восстановление. И, наконец, они сразятся. Фигерейда чемпион. И Морено претендент. Фигерейда пообещал за все плохие слова, которые Брэндон Морено произнес в его адрес, финишировать того как можно раньше. Но при этом Морено вообще не понимает, о чем идет речь, поскольку он не трэш-токер, и все это прекрасно знают. Дэвисон говорил, что будет нокаут в первые два раунда. Ну, глянем. В прошлый раз за 5 никто никого не удосрочил. Очень крепкие парни оказались, и один, и другой. Разведка у нас пока идет. Но Фигерейда может взорваться вообще в любой момент. Что касается нокаутирующей силы Морено, то здесь никто не уверен, способен он вообще отправлять нокаут. У него хороший уровень бразильского джиу-джитсу. Но и опять же здесь, я думаю, что он вполне сопоставим с тем, что есть у Дэвисона Фигерейда. Довольно активно работает в этом поединке именно Морено. В первую минуту практически только он и действует. Дэвисон просто ждет. Ждет своего часа, а Морено то на джибе поддержит, то дистанцию обозначит, то лоу-кики накидывает. Довольно быстрые руки сегодня у Брэндона. Есть ощущение, что как будто он еще улучшился с прошлого поединка. Там много работал над стойкой Брэндон Морено. Полторы минуты позади, Фигерейда не выбросил ни одного удара по сопернику. Ни одного. А вот в корпус пошел. Ну, как же взрывается Дэвисон Фигерейда. Очень резкий, очень сильный парень. Еще один лоу от Морено. Много, много накидывает ударов. По нижнему ярусу Брэндон. Судя по неактивности Фигерейда, он действительно хочет сделать акцент на нокауте. Потому что как еще объяснить то, что он только и делает, что ждет и высматривает Брэндона. Но при этом должен понимать Дэвисон Фигерейда, насколько крепка голова у Брэндона Морено. Ведь так и не смог он с ним ничего поделать полгода назад. Делать ставку на нокаут, наверное, по меньшей мере опрометчиво. В клинче уже второй раз оказываются бойцы. Фигерейда даже руки не поднимает. Но вот сейчас только более-менее поднял к голове. Вот Морено всегда их держит высоко. Смотрите, что опасненько.
Уже 20 со значимых ударов успел зарядить Морено. В ответ у Фигереда было только 2. Огромная разница, 3 минуты позади. И если так пойдет, то Брэндон, в принципе, забирает довольно легко первый раунд. И опять подступает Брэндон. Не особо-то и защищается. Дэвисон приподнял плечо так. Ой-ой-ой, Брэндон Морено угрожает. Есть ощущение, что с Фигереда прям буквально что-то не то. Помним мы, что после предыдущего поединка и он, и его менеджер признались, что были проблемы со здоровьем у Дэвисона. Чуть ли не в больницу он провел несколько часов перед боем. Промазал ударом ногой. Вот! Попадает Брэндон Морено! Брэндон Морено может дожать сейчас, но вяжет его максимально Фигереда. И это, конечно, шанс сейчас для Дэвисона восстановиться, но опасный первый раунд. Учитывая, что Фигереда и так не наносил ударов, с этим эпизодом уже Морено 10-8 его может забрать. И вот сейчас уже есть возможность вспомнить у Брэндона Морено о своих навыках бразильского джиу-джитсу. 2 черных пояса сейчас на канвасе. И этот турнир удивляет просто с каждым раундом. Как же заряжен Брэндон Морено. Никаких улыбок в его исполнении. Пытается перевернуть соперника Фигереда. Да, мощь бразильца поражает. И разозлился Дэвисон. Ну, сейчас пора уже проснуться. Потому что 5 ударов за весь раунд — это несерьезно для Фигереда, для чемпиона. Да, между тем полминуты, уже даже меньше остается до конца первой 5-минутки. Посмотрим, что покажет Дэвисон во втором раунде. Кризисный момент уже был, пора бы проснуться. Брэндон прям на взводе. Все удары очень быстро отточенные. С молниеносной скоростью вылетают. Второй раунд. Белтран. По-прежнему рефери. Неуловимо, очень быстрый на ногах Брэндон Морено. Да и не только на ногах. Он даже руки выбрасывает так, что Фигередо не всегда успевает реагировать. Ну что ж, попал опять на старте Морено пару раз, но Фигередо его переводит. Ай, хорошо. Уместился сверху сейчас Дэвисон. Уходит в хафгард. Да, быстро обошел. Гард соперника. Дэвисон. Джитсерской битвы мы, наверное, не ждали от этого поединка, но глянем. Может быть, все будет не так, как мы себе это представляли. А избалованные зрители, посмотрите, уже требуют буквально спустя 20 секунд уже требуют зрелища. Ну, конечно, им понравился замес, разбен в конце первого раунда. Нокдаун им тоже явно понравился. Очень аккуратно придерживает соперника Фигереда, накидывает вот удары. И просто удары или локти в корпус Брэндона. Морено не дергается, пережидает. Но при этом шею тоже прихватил Дэвисон Фигередо, затрудняет сейчас дыхание. И ждет ошибки. Потому что любая ошибка Морено сейчас может привести к тому, что Фигередо закроет просто гильотину. Брэндон готов к такому раскладу. Судя по всему, сейчас как раз руками обороняется. И задушить, наверное, будет нереально с этой позиции. Да, Фигередо передумал. А Брэндон чуть было не вернул гард и накидывает апкик сразу. Довольно опасно было из такого положения его бить. Еще одна попытка задушить. Но посмотрите, вместо этого Фигередо проиграл позицию. И Брэндон Морено чуть было его не повалил и не вышел за спину. В итоге они в стойке. И Морено все еще удерживает спину соперника. Ну что ж, теперь пришло время посмотреть на борьбу Брэндона. Переводы в партер — это далеко не самая сильная его сторона. Но пока пытается отсушить бедра. Фигередо спокойно стоит. Прихватил руки своего соперника. Такое затишье после концовки первого раунда. Неожиданно. И есть тейкдаун. На секунду удержания не было. Но вместо этого, наверное, даже получше события происходит для Морено. Закидывает он одну ногу, вторую пока не может. Фигередо спасается. Да, перевернулся. До того, как полететь на канвас, Фигередо так довольно откровенно схватился за сетку.
Если бы удержался на ногах, вполне мог бы рефери Майк Белтран снять с него бал. Спокоен Брэндон Морено. Локоть вставляет снизу Фигереда. Несколько ударов таких не совсем амплитудных хаммерфистов получились. Еще один локоть от Дэвисона. Но Морено в топ-позиции, тоже надо понимать. И вот сейчас интересно складываются события. Если, например, додержит до конца раунда Брэндон Морено своего соперника вот в этой позиции, скорее всего, ему раунд и достанется. Три локти уже успел заправить здесь Дэвисон. Вставать даже не пытается, его как будто бы устраивает происходящее. Еще парочка, даже, кажется, посек появилась первая, отметина. На лице у Морено, надо посмотреть с другого ракурса. Да, чуть-чуть поближе нужно посмотреть. Мне показалось, что там серьезная гематома над левым глазом у Брэндона Морено. Но не уверен. С какой скоростью просто меняют события. Разворачивался Фигереда, вскочили на секунду в стойке. Задышал Дэвисон. Нет, судя по всему, с лицом все нормально. У Брэндона. С этой стороны вообще чистенький. Брэндон. И все еще контролирует своего соперника, именно Брэндон Морено. Хотя инициатор побороться изначально был Дэвисон. Эти локти злые снизу. Нужно, конечно, перевести дух сейчас. Что одному, что другому, но куда там? Ни секунды покоя. Но вот сейчас будет у них минута, чтобы передохнуть и поговорить со своими угловыми снова. И Брэндон Морено, как мы и говорили, удерживает до конца раунда своего шанса стать чемпионом UFC. Но у Дэвисона Фигереда определенно есть проблемы. Да, рановато, конечно, говорить про путь Морено к чемпионству, но вполне возможно, два раунда он взял, действительно. Это его второй чемпионский бой подряд, так что путь к чемпионству начался даже не сегодня для Брэндона. Но учитывая, что действительно мог забрать два раунда, это довольно серьезная заявка, потому что Дэвисон пока особо ничего не показал. Да, и опять же мы вынуждены говорить о том, что довольно опрометчиво полагаться исключительно на свою нокаутирующую мощь. Особенно с учетом того, что в первом поединке за 25 минут Дэвисону так и не удалось вскрыть Брэндона Морено. Хорошее попадание. Вот чуть-чуть начинает просыпаться Дэвисон. Он практически не наносит удары руками нормальные, акцентированные, мощные. То, что он делает обычно в каждом своем бою, чуть ли не со старта пытаясь оторвать голову. В этом поединке их было прям полторы штуки. 6 ударов значимых в первом раунде, 4 во втором. Это очень мало, особенно для такого человека, как Фигереда. В ответ он пропустил в десятки раз больше ударов. Да, и вот здесь довольно легко Брэндон Морено переводит. И закрепился за спиной, заправил ноги. Очень опасная ситуация для бразильца. Ну что, будет искать выход на удушку. Пытается заправить правую руку под подбородок. И видно, не просто приходится сейчас Дэвисону. Вставил свою же руку там Фигереда. Но прямо с этой же рукой Морено проводит удушающий прием. Непонятно, как, насколько сложно приходится сейчас Дэвисону. Хлынула кровь там на лице у Фигереда. Пропускает удары в голову. Так Морено вообще просто драконит по всем фронтам. То душит, то накидывает удары. Еще один способ пытается найти сейчас Морено, чтобы начать душить во второй раз. Закрыл замок ногами. Опять же, напомню, тут два черных пояса по джиу-джитсу. И вот это очень близко к окончанию. Фигередо пытается разблокировать свою шею. Не случилось! Побеждает сейчас Брэндон Морено. Новый чемпион UFC в наилегчайшем весе.